Департамент гражданской обороны и пожарной безопасности города Москвы информирует. Для каждой семьи дом – это олицетворение безопасности и защищенности. Мой дом – моя крепость. Но малейшая оплошность, как оставленный без внимания электроприбор, перегруженная электросеть или шалости детей с огнем могут привести к непоправимым последствиям и уничтожить все, что имеете, даже собственное счастье. Соблюдайте правила пожарной безопасности дома –